природе. Восточный океанский форпост имеет богатую героическую историю, начало которой было положено в 18 веке созданием первой военной флотилии на Дальнем Востоке. В 1731 году сенатом был учрежден Охотский военный корпус для защиты земель, морских торговых путей и промыслов. Военные моряки тихоокеанцы не раз восхищали соотечественников и неприятеля отвагой и мужеством, верностью славным боевым традициям защитников морских рубежей Родины. Сегодня вечно живы в памяти народной выдающиеся подвиги тихоокеанцев, совершенные при обороне Родины.